добрый день. Какое сегодня? 27 июля. Еще хорошая погода. Но через пару часиков обещают, возможно, грозу. А завтра дождики. Петергоф, Верхний Сад. Цветочков прибавилось со времени прошлого посещения, когда мы были на открытии Верхнего Сада. Слушали оркестр. Розы. Или еще какие-то цветочки, в которых я не разбираюсь. На небе кучевые облака. Так что да, возможно, сегодня будет гроза. Но мы успеем, надеюсь, прогуляться. Люди фотографируются у фонтана. С Верхнего Сада пойдем на красный, красивый пруд. Может быть, прокатимся на лодочке. А ты такие красивые, они нами пахнут. Я не могу так. Они такие. На крыше большого дворца ремонтик. Постелен кусочек медной кровли. Крыша у дворца медная. Нептун. И Аполлон. Красиво бьет водичка.
из-под камушка. Хорошо. Куполообразный фонтанчик. И Нептун. Приятный аромат идет от воды. Ну, не такой интенсивный, как от некоторых фонтанов Нижнего парка. Большой дворец. Корпус под гербом. Она бабочка. Зефир. И другие античные природные боги и богини. Чайка сидит на фонтане как элемент скульптуры. Корпус под гербом. Орел даже
трех главы, чтобы со всех сторон две головы были видны. Придворная церковь Петра и Павла. Подходим к Дворцовой площади. А с нее мимо Фрейлинских домов, музея семьи Бенуа, пойдем к Красному пруду. Красиво. Посещение верхнего сада бесплатное. Люди через него проходят и покупают билетики в Нижний парк на площади. С этой стороны или с той. Красивая церковь. Что здесь? Освещение такое хорошее. Даже можно сфотографировать. Вышли на Дворцовую площадь. Люди стоят за билетиками, мороженым, блинами. Правленская улица. Идем к Красному, красивому пруду. А в Нижний парк пойдем в другой раз. Мы там недавно были, снимали. Фрейлинские дома, музей семьи Бенуа, а за ними Красный
пруд, с лодочной станции, куда мы идем. Красиво. За заборчиком виден римский фонтан. Вверх шахматной горы. Подходим к Красному пруду. Много припаркованных машин. Вот такая насыпь, чтобы уровень пруда был повыше. Он же питает фонтаны шахматной горы, римские и дальше. Вот и Красный пруд. Плавают лодочки, тенистые липовые аллеи. Красивый. Облачка, да, собираются вполне реально, что будет гроза. Я сегодня как раз перечитывал воспоминания Ивана Петровича, как в 1937 году было очень жаркое лето, температура в тени доходила чуть ли не до 40 градусов, что для нашего климата очень-очень много, в 30 уже жарко. Сейчас 27, достаточно тепло. Да, похоже, идет гроза. Ну, наверное, она еще не скоро будет. Через часик-полтора собор Петра и Павла.
церковно-приходская школа. Отражается в воде собор. Красиво. Иван Петрович описывал, что наблюдал, как неожиданно гроза налетела со шквалом. Сначала смерч возник, потом шквал, ливень стеной, град, молния. Ну, слава богу, тогда вроде бы никто не пострадал, в отличие от грозы 1934 года. Интересно, в прошлый раз я на Красном пруду тоже перед грозой фотографировал с фотками. Вот как красиво. Лодочная станция. Вот как хорошо. Поснимаем, что там у нас в глубинах. Громыхивает гром.
Замечательно. Вон идет гроза. Что? Долго кататься не будем. Взял на полчасика. Что-то встретить грозу посредине пруда, хоть и красивого, не хочется. Красивый пруд. Замечательно. Вот как хорошо. Замечательно. Отлично. Хорошо. Вот, замечательно. Прокатились. Потемнело. И кажется, дождик собирается. Похоже, будет гроза. Ну, успели и прогуляться, и на лодочке прокатиться. Поднимается ветерок. Подписываемся. Кто не подписан, ставим пальчик вверх для улучшения статистики. Очень рад всегда комментариям, с удовольствием отвечаю на вопросы. И пока, пока, до новых встреч, друзья. Вот, кстати, вдоль Красного пруда Лихардова канавка. Мы были в ее начале, у Английского пруда, снимали рыб. И в другом конце, в Александрии, где тоже снимали рыб в пруду. Лихардовская канавка как раз идет к Александрии, проходит через нее под руинным мостиком, втекает в пруд с водяными лилиями и дальше устремляется к Финскому заливу. Прекрасно.